купил на Алиэкспресс за небольшую сумму, за где-то порядка 2800 рублей, вот такой комбайн, который называется 3 в 1. Я не умею готовить абсолютно, поэтому я в этих вопросах дилетант. Вот, ну, самое простейшее, что я придумал, это вот блинчики я купил, какие-то блинчики, полуфабрикат. Сделал яичницу из двух яиц. И вот я наливаю, как предлагается в инструкции, делаю чай. Хотя можно делать не только чай, можно делать и другие напитки. А чай можно разные делать. Для этого в лоточек вот я положил чай и ставлю, включаю, закрываю крышечку и включаю. Включаю чай. Значит, они отдельно включаются. Значит, кофеварка она называется, она включается отдельно. Ставлю на полную мощность, потому что мне хочется, чтобы это получилось побыстрее. И ставлю где-то приблизительно на 10 минут. Посмотрим, что получится из этого. Вот этот комбайн, я посмотрел, выпускается Японии, японской в одной фирме. Скорее всего, китайцы его скопировали. И китайцы выпускают тоже 2 или 3 модели такого комбайна. Абсолютно одинаковая компоновка. Вот. Ну, я никогда не пользовался. И сам, еще раз повторяю, я готовить не умею. Никогда не готовил, но интересно, что получится. В инструкции сказано, что такой комбайн позволяет ускорить приготовление завтрака, в частности, примерно раза в 3. Ну, меня это устраивает. Вот я хочу посмотреть, как это все и получится. Как правило, видео, которые показывают, как работает такая техника, очень часто показывают распаковку долго. То есть видео длится там 3-4 минуты, показывают распаковку. Но мне, честно говоря, это мало интересно. Я хочу сказать, что упаковано было хорошо. Комбайн пришел достаточно быстро. Мне самое главное, что готовить и как готовить. Но, к сожалению, я нигде видео ни в каких не нашел. Ничего подобного, никакого описания не нашел на русском языке. И поэтому у меня больше возникает вопросов, чем я бы мог вам дать информацию. Я просто могу показать, какой комбайн, и свои соображения по этому поводу. Ну, первое, что хотел бы сказать, что комбайн, как указано в инструкции, еще раз повторяю, 3 в 1, китайцы, перевод с китайского, предназначен для приготовления завтрака. Туда входит гриль, многофункциональная капельная кофеварка написана, бытовая сковорода для хлеба, пиццы, тостер. Ну вот, что там написано, то я вам и показываю. Для меня важнее даже не это, а мне важнее характеристики непосредственно. А с такими характеристиками является, ну, первое, напряжение, это наше европейское, 220-240 вольт. Частота тока где-то 50-60 Гц, это тоже вот важно. А следующее, таймер времени устанавливается до 30 минут. И, наверное, здесь еще последнее надо сказать, что мощность, а это очень важно, поскольку электроэнергия достаточно дорога, то мощность этого аппарата комбайна составляет порядка от 1 киловатта до киловатт 200 ватт. Вот такие основные характеристики. Ну, когда я его купил, честно говоря, мне многое непонятно было. Ну, в частности, как, например, отдельно включается или не отдельно вот эта кофеварка, или как чай приготовительница, как угодно можно назвать. Да, отдельно, она включается отдельно. Вот выключатель вы уже видели, посмотрели. Включен выключатель. Мне не совсем понятно до сих пор, почему не выключается автоматически. Может быть, и выключается, но надо такой эксперимент, что ли, делать. Но нигде этого, к сожалению, не написано. Включается сам гриль и вот сама печь, вот это, включается на различную мощность. Ну, я предпочитаю помощнее, можно регулировать мощность, подогрев. И таймер, я уже сказал, устанавливается до 30 минут. Объем печи 7 литров. Ну вот на первое впечатление, мне кажется, что здесь не хватает, наверное, второго поддона. Потому что с точки зрения экономии электроэнергии, наверное, можно было бы сразу готовить все одновременно. Потому что впустую будет электроэнергия будет уходить. А на самом деле можно было бы больше. Тем более там есть специальные
разъемы для того, чтобы можно было поддон установить. Но посмотрим, что из этого получится. Ну, можно было бы хлеб сделать. Хлеб я попробовал, ну, делается. Сверху он достаточно пышный, он подогревается неплохо. А внизу он сухой, к сожалению, сухой. Блинчики, которые я попробовал сделать, я взял прямо из морозилки, достал. Мне хочется побыстрее это делать, я же не буду их размораживать отдельно. Но поэтому я положил. Видео я это записал не в рекламных целях, наоборот, у меня возникает много вопросов, потому что я, когда стал смотреть видео готовые, то практически там только красивые картинки, что там готовят, пиццы там готовят и так далее, но сколько времени, какая мощность, сколько времени на это надо. И вот этих тонкостей там, к сожалению, этого нет. Поэтому я был бы очень благодарен, что если кто-то посмотрит это видео, посоветовали бы, что можно лучше всего готовить. Есть ли смысл в таком комбайне? Может быть, смысла особого нет, я не знаю. Но потому что можно и так, можно приготовить отдельно и кофе, и чай можно приготовить. Но первое впечатление вроде бы приятное. Приятное, посмотрим, что получится. Ну вот я могу наблюдать за печкой. Вроде бы яичница уже начинает потихоньку готовиться. Звук тоже начинает капать. И вот способ приготовления, я не совсем понимаю, как эта капельная кофеварка действует. По-видимому, наверное, предварительно разогревается вода. Наверное, она капает на порошок. Там это может быть кофе, какао, наверное, или чай. И вот она, так вот она туда капает. Ну, я это видео сделал, потому что видео мне делать несложно, так как я много лет работал в УЗИ. Честно говоря, вот такие видео, у меня порядка 12 тысяч подписчиков на моем основном канале, у меня три канала, на этом канале у меня около 12 тысяч подписчиков. И я в основном публикую там музыку своих друзей, там чтение стихов, там наша жизнь, как мы живем, то есть у меня широкий достаточно интерес. Вот. А это чисто такое вот бытовое. Надо что-то, надо готовить. Вот у меня возникают вопросы, я поэтому снять мне нетрудно, звук записать я легко могу, поэтому я это и сделал. Ну вот постепенно видно, у нас уже процесс приготовления идет. К счастью, вроде бы вот у этого гриля имеется таймер, поэтому, а я первый раз установил на 10 минут, таймер должен сработать. Но, по-видимому, надо, наверное, экспериментировать. Но вот я хочу сказать, что по первому опыту я уже видел, что, по-видимому, 10 минут, по-видимому, не хватает для того, чтобы блинчики прожарились. 10 минут можно, их нормально, они нормально прогреваются, но, наверное, минут 5 еще не хватает. Наверное, нужно было бы добавить 5 минут. Вот я уже вижу, там постепенно процесс идет. Яичница у нас готовится. Ну, здесь вроде бы ничего сложного нет. Все хорошо. Чай тоже примерно. Видно, что даже звук там есть, что он тоже готовится. Постепенно процесс подходит к концу. Вот 10 минут сейчас истечет. И посмотрим, что у нас получилось. Должен сработать звоночек. Да, он срабатывает такой звоночек такой, когда и выключится. Тогда он автоматически выключается. Почему чай, кофе не выключается автоматически, мне непонятно. Потому что для меня это очень важно. Я не знаю, сколько оставить, насколько надолго можно оставить. С точки зрения пожара безопасности я не знаю этого. Но потом, наверное, узнаю в будущем. Пока я, к сожалению, не знаю. Если это не сделано, то это, наверное, один из недостатков, я так считаю. Наверное, нужно было бы сделать. Добавить поддон, наверное, неплохо было бы один. И вот таким образом тогда бы печь меня, вот этот комбайн меня более-менее устраивал. Ну вот, процесс постепенно подходит к концу. Сейчас скоро она должна выключиться, печка. Посмотрим, что у нас получилось. Посмотрим. Подходит к концу процесс. Эксперимент, чистый эксперимент. Посмотрим, как смогу я этим пользоваться или не смогу, и буду ли я этим пользоваться. Ну, печка, еще раз повторяю, недорогая, комбайн недорогой, поэтому экспериментируем интересно. Мне всегда была интересна любая электроника, будь то видеокамеры, ну, чем можно пользоваться. Современно мы все-таки живем с вами в 21 веке. Ну, конечно, можно пользоваться и на костре, можно готовить, где угодно. Но вот от дома, когда ты торопишься,
и хочешь побыстрее сделать, приготовить себе завтрак или ужин, предположим, вот, то, и, конечно, хочешь, чтобы это было быстрее, и чтобы меньше использовать для этого времени своего драгоценного. Лучше использовать это время на какое-то другое творчество. Большое спасибо тем, кто занимается, конечно, рекламой, кто делает видеоролики по товарам вот из AliExpress, потому что я очень много пользуюсь такими роликами в строительстве, в ремонте, в домашнем, где мне надо, я всегда включаю YouTube и так далее. Вот выключилось. Посмотрим. Ну, вроде бы видно, да, яичница вроде бы приготовилась и, наверное, неплохо приготовилась. Сейчас достаем, так как там температура высокая, я вилочкой достану сейчас эти блинчики. Посмотрим как. Ну, вот они, видно, что они вроде бы уже горячие. Есть, наверное, можно. Я их, в общем-то, пробовал один раз уже, делал, есть можно, но 10 минут, по-видимому, недостаточно. Вот неплохо было бы знать, сколько времени. Ну, разные полуфабрикаты. Пиццу я не пробовал, можно пиццу, как там рекомендую делать. Вот. Теперь посмотрим чай. Вот открывается. Вот я выключил автоматически, потому что я не знаю, как там выключиться. Должна она выключиться, не должна, нельзя. Об этом я, к сожалению, не увидел. Но чайник предусмотрен на 6 примерно чашечек. Ну, на одного, за два раза. Для двоих хорошо. Для одного вроде бы много, вот, но что сделаешь. Вот все. Спасибо.